Вітаю вас, дорогі мої. Знову ми в ефірі, знову у нас пряма трансляція. Ми починаємо наше служіння. Їдемо на базар, сьогодні середа. Це говорить о тому, що Бог благословив нас і цей день. 105-й день війни, кажеться, 105-й день війни. Як не печально, як не страшно, як не... Не до конца понимаем. Ну, сегодня среда, и Бог благословил нас, семья Шавлевских, брат Василий, сестра Ирина. Дякуем вам, дорогие друзья, за вашу жертвенность. Брат Василий, президент Международной ассоциации «Карич», который отправляет гуманитарную допомогу на Украину, посылки, город Федерал Вей, Будлаский, если у кого-то в чем-то проблеме, номер телефона написан снизу, Будлаский, обращайтесь. Хай вас Бог благословит. Брат Василий сегодня спонсирует також Ступницкий, брат Семен и сестра Тамара, город Ванкувер, штат Вашингтон. Зараз мы подъезжаем до наших пенсионеров. Сегодня мне помогает Оксана Гловацкая, она моя будет тут на базаре. Вот так мы подъезжаем, друзья. Подъезжаем, вот и мы подъехали. У нас, вроде, 10 минут еще есть, но ничего. Они, я думаю, что не будут возмущаться, навпаки, они будут дуже рады. Остаться очки разбаться. Так, добрый, друзья. Все, идем. Слава Богу. Вот и сестра Оксана появилась. Так, добре. Так, на, возьми камеру и приступай. Оксана, смотри. Ну, что зробить? Драку. Эй, здорово. Давайте, прекращайте драку. Да, успокоились. Все. Нервы, кажут, не восстанавливаются. Нет. Так что не убивайте. Да. А что, у нас же ничего такого не происходит. Поэтому мирно, тихо, дружно. Нам все хорошо. Дякую Богу, что Господь нам продлил життя. Солнышко светит, лето продолжается. Сегодня у нас 8 червня. Да. Чуете, девчата? Даже 8 червня сегодня. Это вам ни о чем не говорит. 8-й день лета. Да? Поэтому, да, бодрствуем, благодарим Господа для того, чтобы вам было добре. Семья Шавлевских нас благословляет, Василий Шавлевский и семья Ступницкий. Правильно, Андреевна уже знает свой урок. Значит, молодцы. И також нас благословляет благодарный фонд «Відвага», церковь «Відвага», вы должны завтра ночью пробудить, вы знаете, «Відвага». А кто «Відвага» керует? Иисус Христос. Потому что без Господа мы ничего не сделаем. Сегодня мне помогает Оксана Павловна и Тамара Степановна. Ясно, может она подумает, что уже поменяли. Хорошо, добрые друзья, хай вас Бог благословит. Значит, неделю у нас, понедельник, вернее, будет хлеб. Я уже сегодня сделал, понедельник хлеб будет, это вам не касается. Это на этом, коллеги. В воскресенье я вас запрошу, пожалуйста, приходите, 14:00. Собрание, не оставляйте собрание, потому что это на важнейший хлеб. Это съели, а как хочешь. А то и дают зитя. Хорошо, добре. Часом я сьогодні спішу, поэтому довго не будем. Ми зараз помолимся, подякуємо Богові і з миром Божим розходимося. Милосердний Отець, я тебе сердечно благодарю, Господи. Дякую тебе, що дав нам можливості бути на цьому місці. Отець Небесний, ти знаєш, наша молитва починається з того, що ми просимо, щоб прекратити війну на Україні, Боже. Тут люди не загинули, Господи. Прояви милосердя Твоє, Боже.
только царя твоих руках, Господь, подними. Остальные эту войну, Господь, убили я вообще. Ты мне просто боимся за Христа. Благослови наши миссионеры, благослови наши спонсоры, шаблинских, ступницких, Боже. Благослови, Господи, моих помощников, санаполнику, муниципальному, Боже. И всех нас ясно благослови. Сохрани, сбережи отче. И будь с нами наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, слушай на небесах. Нехай святится имя Твое, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас з лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, по віки. Амінь. Хорошо, друзья, добре. Зараз приступаємо, так що Оксана Павловна приходить до своєї робочого місця, питається відкрити. Нажимай, сильно нажимай, учись. Так. Все, по одному підходимо, по одній, отримаємо. Напоминаю, друзья, Аллочка, слава Богу, слава на здоровье, слава Богу, дякую Господу за вас, хай вас Бог благословит. Дякую. На здоровье, брате, неделю не опоздай. Доброжелательным усилием. Да, да, хай Бог благословит. Дякую. На здоровье, на здоровье. Вот, сразу видно, кто приходит в собрание. В первое время... Вот первые партии ИД, те, которые регулярно ходят в собрания. И кто первый ходил в добрый день? Не, ну то вот впереди. Лера, колись, давным-давно. Ну, я не помню, может две, может кто другой. Ну, да. Все на Кавказку. Я да. Не на Кавказке, а там. Где? Ой. А, там, ну. Я и Женя, и хорошо. Все. Василь, на чого не ходим в собрання? Нога болит? Ай-яй-яй. Хай Бог даст силы. Добре, добре, з Богом. Хай Бог благословит. Ну що, друзі, як бачите, у нас очередь двигається. Я не знаю, чи тут буде 65 людей, але будемо дивитися. Короче, одним словом, іде роздача хліба, а... То ли будемо ще покликати людей, то ли може не хватить, побачимо. Все буде видно. Да, напоминаю, друзі, і напоминаю всім нам, що акцію проводимо благодаря пожертвам наших друзей Шаблецький Василь, президент Міжнародної організації «Карич» і Ступницький Семен, штат Вашингтон, город Ванкувер. Також нагадую, друзі, нагадую, да, дякую, нагадую всім тим, які готові підтримати нас паливом. У нас є благодійний фонд рахунок на сторінці, будь ласка, можете свою лепту внести. Ми будемо дуже раді, але я записав, що це на паливо, тому що у нас топливо дефіцити і подорожало все дефіцити. Ну, трошки... А до черги. Вчора я стояв в черги, оказалось, это по талонам, не за гроши. Так что такое дело. Хай Бог поможет вам. Да, дякую, малышка. Она нас благословляет и принимает наше благословение. Хай Бог всех вас благословит, друзья. Да поможет Бог. Ну, я так бачу, що сьогодні мало людей, 65 немає, на здоров'я. Так що пенсіонери отримають хліб. На здоров'я, хай вас Бог благословить. Thank you.
Ну, добрые друзья, наверное, на этом я закончу нашу трансляцию. Дякую вам, что вы были сегодня с нами. Дякую вам, что вы следуете. Хай вас Бог благословит. Единственное, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь, ваши комментарии. У нас мы будем очень рады и на здоровье. Ваши комментарии, скажите плюсы, минусы. Я ничего не удаляю никогда из комментариев. Иногда и ругают, иногда и бесприставно ругают. Дякую вам. Да. Бесприставно, но ничего, нужна своя доля. А потом, как были некоторые, потом удаляют. Они же свои же на здоровье, свои же комментарии удаляют. Так что, хай вас Бог благословит, друзья. Ну что, получается, трохи надо сегодня. Все, надо покликать людей. Так, пенсионеры отримают бескоштовный хлеб. Пенсионеры отримают бескоштовный хлеб, будь ласка. Ну, два пенсионера можете прийти. Ну, если они пенсионеры, кто им препятствует? Уже побрали они, Валя. Если они брали, то что брали? Уже все побрали. А они молчат, что брали. Так, добрые друзья, надо, я думаю, я заканчиваю нашу трансляцию. Будьте с нами, будьте как мы, будьте краше нас, и Бог благословит вас. Богу.